кажется, особенным быть это такое сумасшедшее ощущение, когда ты приносишь людям, грубо говоря, ты приходишь куда-то, и ты сам по себе настроение. Вот ты можешь прийти и изменить общую ситуацию. Ты какой-то особенный. Когда, в принципе, люди знают, кто ты, но всегда от тебя что-то новое. Ну вот, когда вот есть какой-то психотип, вот ты такой веселый, толстоватый парень, такой симпатичный, некрасивый симпатичный, и вдруг он приходит и начинает еще что-то делать. И вообще там неожиданно. И вдруг он еще что-то знает, и вдруг он что-то может удивить. Мне кажется, вот это быть особенным. Молодость и зрелость, они совместимы, в принципе, совместимы. И это вот как раз особенные люди, которые молодые, но уже такие битые, видевшие, умеющие. Вот определенно жизнь их потрепала, и из этого они смогли сделать хороший вывод. Я все время видел, все время завидовал людей, которые могут одеть костюм серфингиста и так комфортно себя чувствовать. Самая моя, на самом деле, несбывшаяся мечта, это я очень хочу сыграть какую-то драматическую роль в каком-то деле. Да? Вот меня всегда приглашают в комедии, все думают, что я там очень хорошо шучу, и я могу там блестяще сыграть. Но никто не знает, что я блестяще могу сыграть драматическую роль. У меня в жизни было действительно, ну я там весь мир объездил, наверное, да, очень много стран побывал, в разных местах абсолютно. Туда, куда ездят и куда не принято вообще ездить. Ну вот поездка в дом Хеннесси, это, наверное, самое-самое особенное, другое, абсолютно индивидуальное, что было в моей жизни. Это было настолько все ожидаемо и неожиданно, настолько все пропитано какой-то традиционностью, и настолько все очень модно, очень все классно, очень все очень брендово. Это вообще очень интересное место. Я вообще считаю, что с возрастом, а мне сейчас 73, с возрастом люди должны больше, конечно, отдавать предпочтение коктейлям, потому что чистые напитки могут плохо. То есть это чем лучше вечером, тем хуже утром. Для того, чтобы победить, да, мне кажется, что в первую очередь нужно быть самому very special. Это не то, что там подготовиться лучше или все. Это задуматься о том, что будешь делать. Вот если задумается участник курса о том, что будет делать, если он поймет, полюбит это, вот тогда у него все получится. Он должен быть лучше всех внутри, а потом внешне. Keep my visions to my...